В Казахстане этой осенью пройдет первый молодежный общереспубликанский IT-хакатон. Программисты из разных уголков страны представят свои лучшие проекты в столице. Но для этого надо пройти региональный отбор. Такая возможность у молодых айтишников появилась благодаря меморандуму о сотрудничестве между молодежным крылом Жастарруха и технопарком Астана Хаб. Кроме того, в республике планируют запустить цифровую образовательную программу для молодежи. Главная цель – поддержать школы программирования и молодых айтишников. Им выделят 3000 ваучеров до 600 тысяч тенге каждому. Представители молодежного крыла будут помогать при поиске претендентов для участия в данной программе. Международный технопарк Астана Хаб в первую очередь ставит свою задачу это развитие молодежи Казахстана. На самом деле IT-бизнес – это такая ниша, где огромные возможности открываются молодежи. Поэтому мы видим большой потенциал в сотрудничестве. По вовлечению молодежи мы будем рассчитывать на поддержку партии и молодежного крыла Жастарруха. Одним из первых проектов Астана Хаб и Жастарруха станет проведение IT-хакатона большого и также реализация студенческих ваучеров образовательной программы Астана Хаб. Это мы преследуем цель реализации одного из принципов, озвученных главой государства на 6-м съезде образования.